Співробітники Служби безпеки України в Черкаській області вчергове перехопили телефонну розмову військовослужбовця РФ. Пока что слухи такие, что, блин, отступаем, вроде бы как, блин, может быть, даже скоро вернемся домой. Наша бригада конкретно обосралась. Ну, без потерь, все в порядке там. Ага, ну да, в порядке, блин. Потери есть, раненых много. Я больше переживала, потому что тут слухи разные ходили. Ну, слухи, знала, блин, слухам вообще верить не вариант. Это по чьей-то ошибке? Тут вся армия у нас, блин, тупая, дебилы просто. Вот тут, вот хрен его знает, ну тут дебилы, вообще дауны. Ну вообще мы тут нахуй не нужны, вообще, блин. Ну непонятно, для чего мы здесь, блин, находимся, блин. Мы тут не можем выполнять задачи, блин, против такого противника, как против нас. То, что ты тогда говорила, этот, что типа в Украине типа техника, типа там, и украинских войск там туда-сюда, там по телеку то, что передают. Блин, действительно так и есть. У них реально техника у них есть, блин. Тебе никакой опасности не грозит сейчас? Вик, тут опасность каждую секунду грозит. Сидишь, блин, и хрен, думаешь, сейчас прилетит на тебя какая-нибудь. В машинах живете? Ну, когда как. Когда я чувствую, что, блин, все слишком, блин, вокруг как-то напряженно, я в окопе сплю. Вырываю окопы, иду, ухожу в лес куда-нибудь. Подальше. Серьезно тебе говорю? Настолько жестко. Жестко, Вик, не то слово, тут жестко, блин, тут капец.